Сегодня во время объезда железнодорожного района губернатор Сергей Морозов осмотрел благоустройство 4-го микрорайона, в частности улиц Пушкинской и 12 сентября. В этом году на улицах проходит ремонт дорожного полотна, замена бордюров и пешеходной зоны. Глава региона пообщался с местными жителями и высказал подрядчикам и ответственным лицам свои замечания. 1 сентября все здесь взяли на себя обязательства подготовиться, привести в порядок эту улицу. Не обошел стороной глава региона издания издательского дома «Ульяновская правда», рядом с которым идет строительство кафе-пекарни и ремонт пешеходной зоны. Сергей Морозов предложил городоначальникам облагородить небольшой сквер, где бы могли отдохнуть не только акулы пера, но и жители окрестных домов. Вот эта территория все максимально сделана. Здесь поставим какие-то садовые диваны, поставим светильники. Мы совместно с региональным отделением Союза журналистов обсуждали этот вопрос. То есть есть идеи, как он может выглядеть. Там, у нас одна из идей была, там, чтобы там был памятник газете, потому что здесь вот находится как раз редакция старейшей газеты «Ульяновская правда». В сквере планируют установить пилоны с портретами заслуженных ветеранов отрасли, внесших весомый вклад в развитие журналистики и в целом региона. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.